Всем привет! В прошлый раз мы с вами написали вот такой вот небольшой код, скомпилировали его даже под консолью. Это Hello World для JavaFX, да, то есть для приложения, которое запускается в виде самостоятельного окна, то есть это десктопное так называемое приложение или UI-ное оно же. Вот, мы его скомпилировали, запустили, все работает, все замечательно. Сегодня я вас научу делать полноценное приложение, скажем так, которое вы можете просто на него с-под Windows, скажем, клацнуть и запустить из-под Linux. Ну, мы его засунем в джарку. Это делается немного нестандартным способом, но тем не менее. То есть вы не можете взять и просто засунуть в джарку. То есть тут еще есть определенные нюансы. Задеплоить это. Вот. Ну и под Windows вы просто нажмете Enter. Оно у вас запустится под Linux. Я вам сейчас покажу, там пару командочек надо прописать. Вот, для того, чтобы еще под Linux у вас все это заработало, у меня была такая проблема, не запускалась, нужно было заинсталить OpenJFX. Вот, поэтому я sudo apt OpenJFX прописал такую вот штучку в консольке. Только sudo в начале, да? Ой. Ну, я прописал, все заработало, все замечательно. Вот, давайте сейчас я вам покажу, как скомпилировать, засунуть это в джарник и сделать, так сказать, самовыполняющийся Java архив с программой. Для этого мы пишем java.c, main.java. Дальше, ну, мы, конечно, можем это все запустить, вот оно работает, но мы хотим создать архивчик. А для этого нам нужен Java, сейчас как там, Java Packager, Java, раньше был JavaFX, по Jer. Вот там видите, JavaFX Packager has been renamed, то есть теперь у нас используется Java Packager. И дальше create jar. Я там не помню все параметры, давайте мы посмотрим. Такая вот команда у нас должна быть. Сейчас я все сотру. А, не скопировалось. Да блин. О. Java Packager, потом create jar, потом класс, который мы хотим туда засунуть. В нашем случае это будет main. Main. Дальше нам нужна директория, из которой мы будем брать классы. Соответственно, это текущая директория. Потом файл, который у нас получится. Main jar. Вот, и в принципе все, и параметр минус v в конце. Нажимаем это все, все, у нас копировалось, вот у нас есть такой джарничек появился, мы можем посмотреть, здесь в метаинфе прописано, что это JavaFX Packager. Вот, и есть все наши, наш класс, да, только он лишний, конечно. Да, это уже мой бок. Надо прописывать вот так вот. Вот, видите, то здесь, теперь здесь только main класс. Ну да ладно, в общем, мы его сделали, и если мы, допустим, находимся под Windows, мы просто два раза вот так на нем клацнем, и он у нас запустится. Под Linux же мне нужно прописать java минус jar main.jar. И вот он запускается. То есть это самовыполняющийся такой Java jar архивчик. Про них я вам рассказывал. Вот. Единственное, что для FX нужно специальным Java пакеджером это все паковать. Вот. Ну, в принципе, все на сегодня. Надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока!